Здравствуй, дядя Вочил, Мэнкаст на связи, и у нас наконец-таки начало долгожданного матча. Команда Экстатик против Хит встречается здесь, на первой карте Вертига. Это выбор французского коллектива под бельгийским флагом, если не ошибаюсь. Хит именно организация с этой стороны. Экстатик пикнули своей картой Ancient, и третья карта это Inferno, в случае если будет. Вот, приветствую всех, делайте ставочку баллами канала, поддержите свою команду, монетки, баллы, тугрики, в общем, все, что есть. Инвестируйте. Хиты в атаке уже делают свой первый килл, это был единственный опорник Фейшер под точкой А, довольно-таки легко и просто, получается сюда зайти, еще и пачку поставить, хороший молик. Прогоняет Bird from Sky компанию. Успел только в Уфе один запрыгнуть на дефолт. Ну, давайте смотреть. Хорошая хаешка по Лаки. Не сильно Лаки начинается матч для Лаки, но тем не менее не страшно. Есть еще тиммейты. Трофейный юспик для Бади. Девайс приятный, особенно для дистанции. Какая же плюшка залетает последним патроном. Ну и в Уфе тут последний. Сгрызают его. 1-0. Французы, потеряв только того самого Лаки, забирают пистолетку и выходят вперед. Приветствую, друзья. Продолжаем мы с вами смотреть лигу ESL Challenger. 40-й сезон европейского региона. Это нижняя сетка, четвертьфиналы. Соответственно, команда, которая проигрывает, второго шанса уже не будет. Именно это сейчас на экране, именно этот матч для двух команд и является второй шанс. Параллельно у нас в нижней сетке играют Falcons и Висла Краков. Ну и, соответственно, команды, которые выигрывают в своих парах, встречаются завтра между собой. А в верхней сетке у нас на втором канале Майнкаст освещается матч СО и Ванвин. Там уже битва финала. И мы узнаем сегодня, кто будет уже в гранд-финале, кто будет играть BO5, в рамках которой и команда получит основной слот на основную квалификацию на ESL Pro League 16 сезона. 20 тысяч долларов, репутацию, ну, в общем, все красиво. Поэтому здесь ожидается матч довольно-таки серьезный. Действительно, ошибаться нельзя. Пока что free farm для команды Хит. Чисто экономически это Экстатик. Попытались запушить рамп, но, как мы видим, не сильно удачно. Но оно и очевидно. 2-0. Теперь появляется у датчан девайсы. Ну, не все датчане. Фейшер, если не ошибаюсь, он с Нидерландов. Вулфи у нас представитель из Америки. Но, тем не менее, флаг под датским королевством. Пишите мысли, что думаете о матче. Какие вообще у вас предикты, Лаки, Джоко. Какое же начало раунда? Там еще и зашивается Бади в ответ. Ну, хотя бы так получилось разменяться. Но довольно-таки активные действия проходят. Под рампой тем временем, возможно, под Б пройдет Лаки и просканирует полностью информацию по этому сайту. Тут как раз нам показывают ответственного Дафу. Так как мы с... Ладно, чуть позже скажу. Тут Фейшер еще второго успевает забирать. Пачка у него под контролем. Красиво нырнул, но Exercise быстро отреагировал. 2-2 ситуация. Еще целая минута, чтобы это разыграть. В принципе, времени вполне достаточно. Дафу, хороший тайминг. И остается Exercise. Сильный игрок. 40 секунд для него. Калаш есть. Смок. Армор. Все выглядит. Красиво. Ну, Дафу, наверное, по голове как минимум попадет, а еще и забирает. Два убийства от него и первый урожейный сразу же раунд для Экстатик. Напомню, что у нас здесь на трансляции 150 секунд дилея по регламенту. Вот ESL необходимо выставлять чуть больше задержку, чем
Обычно оно бывает, но тем не менее, чатик я читаю. В бота я добавил команду восклицательный знак мэп, она работает для тех, кто забыл, какое у нас меню по картам на сегодня. Хорошая хаешка. Там еще бади был 16 хэповый, но он, по всей видимости, за текстурой, поэтому и повезло. А вот эта хаешка, может быть... Нет, не залетает. Успевает уйти с агрессивных точек французы. Ну и временно отгоняют их датчане. Но пода, по всей видимости, все равно будет идти именно в этом направлении. Обязательно пишите, что думаете, будет три карты или нет. Или у нас тут есть явно выраженный фаворит. Неплохо, Афро. Успевают, кстати, отойти ребята, которые хотели разменяться. Это Белков Скай и Вулфи. Хаешка не сильно критично. 30 секунд. Джока сейчас может подловить. Да, просто Дафу стоял спиной, смотрел выход с рукава. Пачка уже устанавливается. Причем фейкуется и только потом будет устанавливаться. Знает, что Бен Фромскай в рукаве. Выпад, и Афро его перестреливает. Две 800, 3000, да, экономически надо делать, проблемы с экономикой, вариаций, в принципе, других нету, но паузу ставит не команда, и, кстати, паузу тактическую оформляют у нас французы, хит решила немножко добавить темп, обсудить, либо доставка приехала, как вариант. Не забывайте, что на втором канале Майнкаст, как я сказал ранее, освещается матч OneWin и SO. Довольно-таки тоже интересная заруба. Под трансляцией есть кнопочка «Смотреть в мультитрансляции». Это опция 21 века. Можно одновременно наблюдать за получается, третьим и вторым каналом Майнкаст, но одновременно. Вот, ну и понятное дело, на первом канале у нас ESL Pro League в полном объеме освещается тоже для вас. Пока экономический, пока эко-раунд, тут, понятное дело, проблем не должно быть, хотя бади уже затыкали, но не страшно. Можно идти по точку Б и, в принципе, ни о чем не переживать. Я тут, правда, не успел увидеть, получилось ли девайс забрать или нет. Да, Манг забрал. Это ППшка Маг 10. Пачка установлена. В идеале выждать какого-нибудь представителя команды Хит на отходе и подстрелить, забрать калаш. Вот, ну, крайне аккуратно, конечно, действуют французы. Все понимают, насколько важный матч здесь, на этом сервере. Действительно, друзья, ESL Pro League, которая сейчас идет. Ну, Бетфрускай тут взрывается, если его не убивают. Ну, его бэт эксерсайз. 15-й сезон на ESL Pro League у нас идет на первом канале Майнкаст. А это квалификация на главную квалу на EPL. Которая тоже будет проходить в скором времени. Все это будет очень интересно. Но из 16 команд проходит только одна. Действительно, конкуренция тут очень зашкаливает. Закупаются экстатики. 4 эски, снайперская винтовка. И флешер подставляется. Причем это был не снайпер. Это был кольт. Такое вот решение. Выйти в агрессию. У Макса хорошая позиция. Лаки тут никого не ожидал. Дафу пришел на помощь. Ну, отлично получилось дать два ответных килла. Еще и третий поступает по эксерсайзу. Причем вроде бы был в позиции и ждал, но отреагировать так и не успел. И как итог, 2 в 4. Но, возможно, бади все исправит, но нет.
Тут просто-напросто его ждали. Ай-яй-яй. Ну, это раунд для экстатик. Афро, естественно, остается только сейвить. Сейвить и ничего более. Но и это не получилось. 2-4. Становится счет. Кто у нас в чатике, кто здесь находится, напишите, пожалуйста, проинформируйте, кто является фаворит, возможно, в ваших глазах, возможно, где-то видели цифры. Я, если честно, все это дело особо не чекал, но, по моим ощущениям, плюс-минус равная игра. Плюс-минус. И, возможно, три карты было бы здесь дополнением. Дядя Вочел, огромный привет. Здорово всем. Добрый вечер. Приветствую, друзья. Сажусь поудобней. У нас много-много матчей на всех трех каналах. Студии Мэнкаст. Ну, естественно, на первом канале самое интересное. Герои Кастралис. Если не ошибаюсь, там произошел невероятный момент. Примерно счет был 7-15. Сьюж взял 1 в 3. И по итогу добро пожаловать на третью карту. Невероятный камбэк от команды Героек. Ну и, возможно, с плюс моралью можно еще и третью вертига там закрывать. В общем, страсти мордасти. 7-15 счет. 1 в 3 парень берет клатч. И как итог, это допы и это победа. Нереально, конечно. ESL Pro Лига радует эмоциями. Так, тем временем Фейшер забирает Джоко. 4 в 4. Есть, конечно, размен. Большой вопрос, куда пойдут команды Хит. Время, в принципе, есть. Вот тут более чем достаточно. Пойдут под рамп. Возможно, Афро пошумит и как-то стянет на себя внимание. Возможно. Да, вот как раз таки он даже и убийство сделал, но за деревяхой не проверяет Bad From Sky. Действительно, это было неожиданно. Но, как мы видим, опорники точки А непоколебимые. Как были на месте, так и остались. Пади одного из них увольняет. Это Фэшер, который был в рукаве. Ну, успел стянуться, кстати, Bad From Sky. Капитан на месте. Очень опасно зашивается, и птичка, к сожалению, падает. На 7 секунде устанавливается пакет от Афро. Последний Вулфи, не такой же он и мобильный с этой снайперской винтовки. Плюс еще и такая угловая позиция. Но Лаки он все равно добирает. Неплохо, Афро. 2-5. 2-5 можно забрать снайперскую винтовку, как вариант. Экономический. Не у всех достаточно денег. Приходится снова тратиться. Хотя нет, вон берут две эски. Два дигла, скаут, арморы. Ну такой выбор сомнительный, если честно. Очень важно сейчас, конечно же, включаться и оправдывать этот риск. В противном случае, думаю, все понимают, что счет станет 2-7. Это там будет... Ну, прям полноценная экономическая. Не увидел? Не увидел Уфи, но чуть позже выстрелил. Ай, Лаки, не получилось выиграть дуэль. 8 хп Макс он оставил. По баде. 2 в 5. Ну, сыграла. Ставка ва-банк деньгами. Выглядело это по старту не сильно перспективно. Будем честны, но как итог, результат заставил себя ждать. Остался эксерсайз от Джока с калашами. Время их поджимает. Не проверяется.
цемент. Ну и Фэшер две головы успешно вешает. Мало того, еще и месяц Вулфи за ручку залутали по калашу. Отличный раунд. Отличная реализация закупа. Там, по-моему, каждый или... Ну, вот, каждый и Фэшер два фрага сделал. Красота, конечно. Ну, это отчасти, конечно, все переворачивает. Французов провоцируют закупать ответный форс, арморы, пистолеты. Фэшер успел отзониться. Но отпускают его. Еще и очень много грен. Лаки подгорел, но килл-то он свой сделал. Тем временем... Бёрд фром Скай, два ответных афра на размене. Невероятная, конечно, суета. А на таймере всего лишь минута 25. И раунд на этом заканчивается. Спрей от Бёрд фром Скай. Четыре-пять. Экономически надо делать. И датчане, ну, могут проблем выходить дальше. Полетел Джоко. А его увидели? По-моему, его увидел. Игрок защиты, но как-то не реагирует на это. Взорвали все-таки Джоко. Но полет был хороший, как ни крути. Но очень плотненько, конечно, все начинается. Там буквально, да, 1-2 ключевых раунда, и вот уже преимущества и нет. Хотя оно по старту было такое ощутимо заметное. Манкс просто сделал дабл в смоках, но он ожидал, что там будет попытка подсадиться и вычислить голову. Есть пятый. Есть пятый. Сейчас будет закупочка. Так, а я, кстати, не обратил внимания на статистику. Это, конечно, не вся информация, от которой стоит отталкиваться, но тем не менее. Хиты выигрывали Энцов на этой карте. А на ESL Челленджере в феврале комплексти почти переиграли. Копенгаген Флеймс 10-16 проигрыш. Синерс 28-26 выиграли. Так, Ван Вином 16-10 переигрывали. И вот недавно у них было поражение с счетом 10-16. То же самое, только наоборот. Кстати, вчера на допах 22-20 переиграли Энтропик. Соответственно, их выбили с плей-офф стадии и проходят статик дальше. Вот они здесь. До этого встречались с ваншотами, поляками, Унгентием, Геймер Легион. Все это победы. Ну, выглядит как вполне рабочая карта. Для... Кстати, хотя они играют, по-моему, все, кроме Миража и Варпас. Вижу, что у них не самый лучший. Так, тем временем, выход по центр. Двоих сжигает Дафу. Но так получилось, что он двоих попал. И Молик двоих и доел. Ой-ой-ой, Лаки. Красивый килл. Не знаю, где остался снайпер Афро. Классно двигается, но Бёрд фром Скай был к этому готов. С5, кстати, вперед вырывается уже. И, возможно, даже и на второй раунд получится легко, потому что пистолеты опять нету денег. В общем, стата плюс-минус равная. Где-то у кого-то больше официала, где-то больше винрейт, но неощутимо на самом деле. Например, хиты выигрывали на Эншенте Копенгаген Флеймс. Тоже, ну, хорошее достижение. Комплексти. На РМР Европы переиграли команду из Украины B8. Bait. А команда Bait выбила К23 на этой же карте. Помню этот матч, я его комментировал на своем канале. Там К23-4 подряд квалификации пытались отыграть. Одна из них это вот как раз таки Ancient и Bait их переиграли. Но хиты справились. Хиты справились.
Статики, К-23 тоже победа, Дигнитас, Энтропик. Такое ощущение, что все прям друг друга играют. Пул команд не так уж и велик. Ну, в общем, друзья, будет интересно. Смотрим пока эко-раунд. Начинается он с фрага от Вулфи. Ну, ой-ой, почти дабл получилось сделать. Довел Вульфа до эксерсайза. Ну, и тут последнего можно свиспа дорабатывать. 7-5. Вроде бы попытались как-то вылетать под центр, но на приеме. Даже если бы получилось снайпера пройти, там у него за спиной был прикрывающий. Ну что, поехали дальше. Оружейный для французов. 4 калаша, снайперская винтовка. Конечно, зарядил автомат Калашникова Императрица с наклейками Нави. Ну и наклеечки сработали. Бади сразу же в голову получает. Так, подсадку сообразили. Увидел? Увидел, Лаки. Отличное попадание. Ну и можно пакет ставить. Максимально, конечно, безопасно. Заходят в плен. Предварительно гранатки все прокидывают. Все красиво. Киберспорт. Уф, и на месте. Увидел второго. И второго доел. 4 в 2. Пачка до сих пор не стоит. Ждут люркера, эксерсайз тоже падает, а пачка, пачка до сих пор в потерях. Ну тут уже афро пошел пушить до последнего, по всей видимости, да. Ну вот такой вот выбор, что тут сказать. Ситуация не из легких, будем честны, чтобы это вытащить. Так, не фейкует. Информация его понятна. И еще один раунд для статик. Тем временем на первом канале Мэнкаст у нас плотная заруба на первой половине. Ну, в принципе, как и здесь, третьей карты. 5-6 для команды Astralis. На втором канале Майнкаст SoVanVin 7-6. Ну, в общем, везде друг другу плотненько идут команды. Никто никого никуда не хочет отпускать. Так, Джоко Бади по фрагу. Ну, надо один, а то и два лучше взять в этой атаке. Ну, это вроде бы намечается раунд. 4 в 2 была ситуация. Уже 4 отменяется, перечеркивается, и там уже трое. Пишите мысли в чат, что думаете вообще по карте. По второй 2-0 за кем-то, либо смотрим с допами до бесконечности, как вчера, кстати. Допы 22-20, по-моему, да, я уже говорил. Завершился матч против команды Энтропик. Ну, справляются французы. Фейшер идет 1-3, но этого не произойдет. Хотя недавно это было, как я говорил, Сьюш 1-3 взял в клатч ситуации против Астралис на Оверпассе. Последние деньги для команды Экстатик и последний раунд в целом. Поэтому, в принципе, не важно, что их не будет. Можно тратить все, что есть в карманах. И первый фраг от Бади по Вулфи. По-моему, это уже третий раз происходит. Вот именно такой зеркальный килл.
Где-то я его уже видел. Это надо Вулфи пересмотреть. Свою агрессию по старту. Тут что-то как-то он уже не первый раз вот так подставляется. Девять для экстатик в дефенсе это будет прям максимально комфортно. Еще там, конечно, как все отлично начиналось для французов. Даже увидеть 7 раундов. Ну как-то маловато, что ли. Очень круто они в атаке начинали. 5-1, по-моему, был счет. 5-1. И, возможно, 5-1 превратится в 9-6. Ой-ой-ой-ой-ой, Фэшер, какой же царский зажим. Забирают еще и четвертого, квадрокилл, и так и происходит, 9-6. Карно, друзья, вот вам, пожалуйста, маленькое возвращение. Возможно, даже и большое, посмотрим на дистанции, как сейчас будет вторая половина сыграна. Дорогие зрители, поехали смотреть вторую половину. Пауза была действительно короткая, это не может не радовать. 6-9 как итог первая половина. Статик в атаке, французы хит в защите, ну и без взятой пистолетки. Действительно, возвращаться будет крайне тяжело. Неплохой раскид в защите присутствует, то киты я не вижу. Решили не тратить $400. Деньги, в принципе, немалые, но, тем не менее, иногда лишними они не являются. Под рампа точку А. Раскид происходит от экстатик. Сплетуется все это дело с рукава. Приятный молик вынуждает Лаки сменить позицию. Ну и пачка устанавливается. Сразу контрпуш. Даже не дали пачку поставить. Но есть отдав и Вулфи по фрагу. Джоко в спине. Никто на него пока что не реагирует. Суета невероятная в пистолетном раунде. Сгрызли дафу. Там Бентроскай минус по баде оформил. Прикрытие на месте. Ну и последний за цементом. 500 лет уже эта пачка могла была стоять. Ну, бывает. Доели красного Вулфи. И важнейший. Забирают пистолетный раунд киты. Поставили бы бомбу, кстати. Сейчас бы, возможно, был бы закуп. Так, по всей видимости, отмена. Они закупились даже без учета. Даже без учета установленного пакета. Ну, так 9... Арморы, может, сейчас что-то на ноге придумают. Кто-то быстрое. Ее и бади, 16 хп осталось. Почти получилось затыкать. Такая, конечно, плотная борьба. Действительно, тяжело предположить, кто фаворит. И опять же, повторюсь, изначально у нас были... Немножко хиты фавориты, потом наоборот, потом поровну. В общем, все неоднозначно. Так, под флеш повторно занимается рамп. По идее, все это дело должен был слышать Афра. Либо Лаки. Ой-ой-ой! Так как это происходит? Они затыкали абсолютно всех, потеряли только одного дафу. Еще и залутали девайсы. Ну как это вообще может произойти?
Залетели буквально под одну флешку, затыкали всех. Идет Актисай все исправлять, но тут его просто-напросто сгрызают. Да, но это раунд, который нельзя было проигрывать. Денег, естественно, нету. Французы, какое решение в последнюю секунду начала раунда? Они решили форсить события. ППшка, 4 дигла. Ну, вот так вот. Или брать. Ва-банк. Идут французы. Хотя, с другой стороны, у Кстатик тоже денег нету. Возможно, хит читает экономику. И это в полном объеме понимает. Будет что-то подобное. Так, моликом проверяется. Цемент там никого нет. Три опорника по точке, а? На самом деле Макса надо было показывать, а Макс Афро нашел. Ну ладно, Бади, есть ответный килл. И уже 3-4, пора уже пачку ставить. А прикрытие есть? Ну, вроде бы есть там, сопротивляются с Бади. Ой-ой-ой, еще и в голову лаки. Это красиво, лаки-лаки. Так, ищет последнего дафу с СС-кой трофейной. Бомба дефается, он его убил. Он убил его. Знаешь, что дафу творит? А время-то тянется, а китов-то нету. Ой-ой-ой, дафу. Как же он затащил этот раунд? Какой красавчик. 3 килла, вроде бы был мертвый, а он воскрес этот раунд. И, кстати, справляются с этим форсом. Ну, экономически надо делать. Можно 12-й экстатиком заходить. Да. Экстатики, конечно, умеют ломать интригу. Неплохо, Бади. Пиксель, ты нашел, куда стрелять? Там дафу как раз таки подставился. Ой, Вулфи мог дабл оформить. Ну, Джоко разменял. Еще плюс девайс на руки. Ну, будет идти до последнего, скорее всего. Прям на человечка с галилом залетает это хае. А я напоминаю, что Vertigo — это выбор команды Heat. Ну и за Defense, по идее, они должны показывать хороший CSGO. Пока что за Defense не клеится, но сейчас будет оружейный раунд. Один из ключевых. Один из решающих. Так, у нас на параллельной встрече герой Кастралис 8-8. Ван Вин вышли вперед на 10 раундов. У португальцев все 8. Ну, в общем, пока что еще непонятно, кто побеждает. Быстрый маг 10 врывается в точку Б. Также успешно. Можно еще и второго сбривать. Это эксерсайз. На хелпу молик. И время пошло. Тут, конечно, по красоте на ноге летят ребята. Это сильно. 3 в 3. Плюс есть еще игрок красный Фэшер. Его взорвали. Теперь знаю, где остается последний. В теории можно даже и не думать. Надо как-то лететь. И дефать бомбу. Вариант, кстати, неплохой. Но он открывается прям под Вулфи.
Прям под прицел. 7.13. Опять эти проблемы с деньгами. Ну, пауза, возможно, она, конечно, как-то поможет ребятам. Но вы, друзья, видите, как все чайненько-то. Деньги вроде есть, а вроде их и нету. Ну, давайте посмотрим, как повлияла пауза на игроков. Кстати, пока что смотрится лучше, нежели чем команда из Франции. Тут из позитивного, конечно, что у каждого дигл. Можно кто-то еще и ставит хедшот какой-нибудь. Показывает практика атаки. Кстати, прям очень дисциплинированно играет. Короче, хаешка в сайт. Неплохая, по идее. Да, бади, 4 хп осталось. Но можно было бутылкой это его добить. А он не сгорит случайно там? Нет, не сгорит. Нашел. Безопасный остров, так он еще и фраг сделал. Ну, это тот самый максимум, который можно было только придумать в этой ситуации. Так, лаки минус. Ну, в общем, 14-й. Ну, если чудо не произойдет, этап, он без армора. Но с диглом. Да. 14-й не отпускает бади. Пытался он в прыжке убежать. Ну, развалисимо, конечно. Развалисимо, по-другому тут не сказать. Закуп на карту, по-другому тут не назвать, действительно, 4 эски снайпа, решающий. Кит выбрала своей картой вертига, ну мы их вообще не увидели. Сейчас, если этот раунд проигрывают, ничего не меняется, проблемы все те же с финансами. Ну и в принципе, красная дорожка нам грузится все вместе на Ancient. А это пик экстатиков. А это пик экстатиков, это очень опасно. Ancient, они действительно играют довольно-таки хорошо. Минута времени пока что прошла, ничего мы с вами не увидели. Надо определяться экстатиком, а там Афра уже фейшера находит. Еще один врыв от Афра, так он троих в зуме убил. Солянова закрывает вопросы по раунду. Минус еще от Лаки. Тут как-то сомнительно, кстати, сыграли. Кидывает дафу. На ипу, дабы ее не забрали. Ну, один раунд отжать все-таки получилось. Если, конечно, за 20 секунд не забираются пакеты 1-3 разруливаются, но это звучит больше как фантастика. Поцелил калашик и уже хорошо. В принципе, тиммейты там скупятся. Единственное, что у фейшера денег нету, но ему, я так понял, Манкс скимит. Да, у Макса с денежкой все хорошо. Прекрасно, когда есть такой друг, который всегда готов помочь в трудную минуту. В данном случае это Манкс.
Афра. Он неудачно подставился. Фатально, конечно, прошив. И меньшинство французов уже прошло всего лишь 30 секунд времени. Очень бодренько, конечно, играют в целом Экстатик. Вчера смотрел на втором канале Мэнкаст, был этот матч Экстатик и Энтропик. Из трех карт были допы. В одной 16-14, по-моему. Ну, в общем, действительно круто играют эту карту Экстатик. А эта карта, я имею в виду Ancient. Именно на Ancient были плотные допы. Там 1-4, по-моему, взял то ли Вулфи. Вот, то ли Тафу. Да, в размен сыграно 40 секунд. Надо центрового подключать сюда в гости. Обе от Фрунска, минус Бади. Ну, зонится очень неплохо. Сейчас по флешку, возможно, будет выпад. Нет, выпада не было. Но зато есть контр-выпад. 20 секунд, пачка должна быть установлена, да? Да, пошла хаешка в ответ, но тут Ветрускай вместе с Дафу разбирает прикрывающих. 15-й маппоинт для коллектива из Датского Королевства. Смотрим, на что хватает денег. Две ППшки. Пустынный орел. Диггл. Он же, да, СКС снайпа. Ну, надо, чтобы Афра искал какие-то фраги, чем он и идет сейчас заниматься. Увидел мешочек Вулфи, а тот, кстати, смещается. Не понравилось это Афра. Прокинул хаешку на 4 хп, Бетфонская. Ну и на этом пока стартовая агрессия заканчивается. Опа! Вулфи-то его находит сквозь смог. Увидел его первым. 4 в 5. Здесь ребята на флешке с комбинацией и ППшки. Но весь стяк экстатиков пойдет под точку А через рамп. Еще и Бади получилось брить. Но тут, наверное, действительно Джоку надо подзадуматься по поводу позиции. Под рамп иду. Такое ощущение, что не верит Лаки. Но там есть люркер, он прям его как будто чувствует. Посмотрите, с какими таймингами выходит Дафу с центра. И мало того, он идет под Б. А тут эксерсайз, который вообще никак его здесь не ожидал. Вся компания уже провела ротацию под Б. Ну, красиво разыгрывают, конечно, раунды к статике. Медленно, но уверенно, как питоны. Поедает свою жертву. А дальше их выбор. Карта Ancient. Там им точно ползать удобно. Поехали, друзья, на вторую карту, но после небольшой паузы.